Событие, которого очень ждали около 200 жителей нашего города, наконец состоялось. Проблемный объект, жилой комплекс «Одельский» сдан в эксплуатацию. Обманутые дольщики восстановлены в своих правах. Строительство жилого комплекса «Одельский» началось в 2016 году. Но в связи со смертью застройщика строительство прекратилось. И дом был внесен в единый реестр проблемных объектов. 176 семей оказались в числе обманутых дольщиков. Процесс восстановления прав участников долевого строительства был очень сложный и трудоемкий. В его решении были задействованы краевая и районная администрации, прокуратура, служба судебных приставов. В итоге дом был достроен, и жильцы готовятся к получению ключей и новоселью. Администрация искала возможность строительства сетей, более 20 миллионов рублей денег. Все сети были построены, нашли свободные мощности от котельной, которые были предоставлены именно этому объекту. Как вы видите, поучаствовали в благоустройстве, получили поддержку в крае у губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Это, конечно, хлопотное дело, это непросто, но мы справились. Дом был достроен благодаря новому инвестору – строительной компании «Гарантия» под руководством Льва Федоренко. 4 апреля 2022 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта. Я хотел бы сказать в первую очередь спасибо всем, кто неравнодушен был к этому всему делу. Когда привлекали инвестора, нашел Роман Иванович такие слова, что мне, честно скажу, было где-то даже неудобно отказать. Сказал: «Ну ты же земляк. Ну, если не ты, то кто?» И я, честно скажу, приехал отказаться, а в какой-то момент просто не смог выйти из кабинета. Поэтому, в общем-то, вот так. Сложился диалог, сложилась правильная работа. При желании каждого сотрудника, контролирующих органов, администрации, дело сделано. После торжественного открытия будущие новоселы могли осмотреть жилой комплекс. Этого дня они ждали 6 лет и, конечно, были очень благодарны за оказанную помощь. Спасибо большое. Спасибо вам. История с приобретением жилья, которая началась так неудачно, закончилась счастливо. Жильцы рады, что совместными усилиями удалось завершить строительство. Такое настроение радостное, все равно радость такая, какое-то внутри просто, ну, все равно все переполняет. Что уже, во-первых, дом красивый, место это очень хорошее, тут уже благоустроено все. И я хочу сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в этой стройке, кто оказывал помощь. Если честно, мы ждали самого котлована, то есть мы, получается, купили именно на стадии строительства. Спасибо большое СК «Гарантия», что они вообще взяли за этот сложный проект, а также наша администрация, что они оставили это просто так. Для нас это быстро, как бы я считаю, даже закончилось. Современный красивый жилой комплекс готов к заселению. Во дворе обустроена детская площадка. Владельцы квартир готовятся к ремонту новой жилплощади. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».